Берем экземпляр книги, ставим колыбель. Под стеклом книга 1806 года издания. Называется «История 18 столетия». С помощью современного прибора всего за несколько минут специалистам удается проявить уже выцветший текст. В библиотеке имени Крупской три таких аппарата. Один из них большеформатный, позволяет как бы немного у нас в области таких сканеров, которые позволяют большого формата сканировать, ну, допустим, театральные афиши. Помимо сканерной комнаты в областной библиотеке еще ряд интересных и скрытых от глаз читателей помещений. Например, сектор редких книг. Название говорит само за себя. Здесь хранится 16 тысяч уникальных изданий. Самому старинному фолианту около 100 лет. Книга была главным учебником географии для всего мира. Это генеральная география, ее автор Берхард Варениус. Книга была издана в 1718 году в Москве. К изданию книги приложил руку сам Петр I. Он лично редактировал текст этой рукописи и заставил издать ее в таком виде, в котором он сам решил. Сейчас в библиотеке имени Крупской порядка 10 читальных залов и 300 посадочных мест. Посещают учреждение 24 тысячи читателей в год. Это не только оренбуржцы, но и жители области, а также гости из других регионов и даже стран. Юлия Тюшевская, Андрей Булатов. Новости дня.